Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Актер выступил против оскорблений в адрес попавшего в аварию артиста. Александр Домогаров отреагировал на последствия ДТП с участием Михаила Ефремова. Народный артист взбесился из-за травли, которой подвергся его коллега, и заявил, что после этого не может уважать своего зрителя и вообще потерял какое-либо желание выступать. Об этом актер написал в Инстаграм. Произошедшая с Ефремовым катастрофа – лакмусовая бумажка, которая показала истинное лицо общества, считает Домогаров. Артиста возмутило, что люди осуждают коллегу, хотя сами далеко не безгрешны, а порой делают и более страшные вещи. И вы смеете осуждать? Вы, которые топчитесь на крови, написал актер театра и кино. Он заявил, что после случившегося не сможет чувствовать уважение к зрителю и призвал не ходить на его спектакли. «У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену». В следующем посте Домогаров добавил, что судьбу Михаила Ефремова решит суд. Хотя артист, вероятно, вынес себе приговор гораздо более страшный. Он призвал прекратить травлю знаменитого актера, писать ему оскорбления и требовать казни. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.